Узбекистан был представлен на крупнейшей Восточно-Средиземноморской международной выставке путешествий и туризма в Стамбуле. К слову, мероприятие входит в пятерку туристических выставок по всему миру и ежегодно привлекает свыше 50 тысяч профессионалов этой сферы. Об экспозиции нашей страны на крупном туристическом форуме расскажет наш корреспондент. Гостеприимно и с душой здесь встречают каждого гостя. Главный атрибут туризма по-узбекски. Его тоже продемонстрировали на стенде нашей страны. Восточно-Средиземноморская международная выставка путешествий и туризма «Эмит-2019». Он уже 23-й раз приглашает специалистов индустрии гостеприимства, да и любителей странствовать в Стамбул. Здесь представлены интересные маршруты от более 100 стран. Кстати, наша страна превратилась в традиционных ее участников. Национальный стенд организовали Госком по развитию туризма совместно с НАК Узбекистан Хавайоляре и туристическими организациями страны. В рамках выставки прошел и форум, на котором обсуждены вопросы мировой и региональной индустрии туризма. В четырехдневной программе выставки еще значится проведение панельных сессий и деловых встреч в формате B2B. Восточно-Средиземноморская международная выставка путешествий и туризма «Эмит-2019» продолжит свою работу до 3 февраля включительно.